Ну и так, вот у нас приблизительный состав на сегодня. В общем, там еще будет, нас догоняет еще Паджеро второй и Чирокес с Нивой. В общем, из наших к нам сегодня присоединились ребята просто покататься. Вот, машина с измаильским джипером. Ну и наше ведро. Как бы все, с остальными познакомимся поближе, уже попозже. В общем, там на месте все объясним. Чё да как. Все, где-то там сзади еще наши догоняют. Итак, двинулись мы в сторону Софьян. Вот, выехали уже с Измаила. У нас там вон машинки едут за нами. Идем уже строем. Вот, с города мы вышли. Все на габаритах, все как полагается. Собралось нас, в общем, сегодня ни много ни мало. Есть люди с измаильских джиперов, как я уже говорил. Приехало тоже 2 или 3 машины. Вот, просто люди приехали на субариках. Там вот Прада пришел, как бы... просто покататься. Вот сейчас наши еще 3 экипажа, именно наши, с нашей раллийной Нивой будут нас догонять. Раллийная Нива сейчас еще такелаж привезет, там необходимый на случай, если машины позастреют. Сейчас на месте я проведу небольшой брифинг, инструктаж. Вот, запустим мы генератор, потому что мы сегодня предусмотрительно взяли еще там с собой генератор, будем кофеечек делать, чаечек на месте, потому что погода сырая, не совсем комфортная. Вот. И, в принципе, как-то так оно и будет все выглядеть. Я, наверное, ребят через село поведу. Вон там наша колонна двигается. Превышаем, вот двигаемся как бы разрозненно, скорость 50, ну, просто от угла зависит, как показывать, короче, 50 километров едем. Вот. Никуда не спешим, не торопимся, не летим. Наш основной фан начнется уже там, как бы там, кто хотел заправиться, уже заправились, было время дано на ВОК. Там кто хотел газа долил, кто хотел бензина залил, дизеля, кто на чем. В общем, все досыпали. Сейчас выдвигаемся уже непосредственно на точку. Вот, что у нас? Обещается по погоде, еще обещается дождь после обеда. Вот. В общем, сейчас время уже 11:03. Мы вообще должны были с базы выехать в 11. Но опять же повторюсь, по просьбам трудящихся мы... чуть раньше выехали, потому что основная масса приехала как бы пораньше, к 10, как в принципе был назначен сбор. Пока попили кофеек, пока пообщались, в общем, вот как-то так. Какой-то Lexus пытается обгонять колонну, ничего у него не получается. В общем, чтобы не раскатывать чё кого, заезжаем через село, вот, чтобы не нырять там, людей не пугать, будем заезжать через село. За нами Прадик едет, за ним Трупер, за ним Нива, еще одна Нива. Subaru Forester первый, там Subaru, а еще одна Шнива и Subaru Forester уже третьего, по-моему, пока. В общем, посмотрим сегодня. Гуси нас встречают. По погодке у нас все
поднялся и, честно говоря, не на ту улицу заехал. Вот Гагарина у нас следующая. Она асфальтовая до конца вообще. Как бы здесь есть проезд вообще альтернативный. Вот еще вот там, если прямо поехать. Вот она, улица Гагарина в Софьянах. Кто не знал, я тоже, честно говоря, не знал. Вот, здесь мы сворачиваем сюда. Ну, я тем самым растяну колонну, чтобы, может, получится показать более детально ее. Вот. Я не думаю, что кто-то махнет вперед нас. Вот он, местные джиперы софьянские, квадроциклисты. Вот здесь у нас уже начинается земелька. Так, чтобы не было разговоров, вот здесь по краю наезженная дорога. Ее сейчас немножко дождем прибило, не видно, но она есть. По зиме мы не ездим. Вот, а зима, мы ее не топчем. Мы едем по краешку, именно по дорожке. Хотя вот какие-то негодяи по зиме ездили. Вот. Здесь натоптанная дорога. Как я и говорил, сейчас мы к ЛЭП выезжаем. Ребята потихоньку. Вот она дорога. Натоптанная. Вот она дорога вдоль ЛЭПов, как я и говорил. Вот новые опоры ставили. Вот справа стоят старые опоры. И вот здесь мы, грубо говоря, потихоньку едем уже вместо нашей тусовки. Я переживал, что дождем здесь поразмывало дорогу, как бы, но на самом деле просто прибило немножко пыль, поэтому, в общем, подъезд абсолютно адекватный, никаких сложностей не должен вызвать даже у легковых машин. Тем более у каких-нибудь машин с полным приводом. Вот. Сегодня мы проверим, как раз ребята на Subaru приехали, потому что субаристы зачастую считаются очень отчаянными людьми. Вот, посмотрим, наши субаристы относятся к этой категории или не относятся. Вот. Как бы едем потихонечку, каких-то 30 километров. Как бы ведем колонну. Там дядька ходит, патрулирует. А вот наша долина. Вот там находится жесткая, так сказать, местность. Здесь более местность простенькая. Вот. Мы по этой местности сегодня будем кататься. В всяком случае, собираемся. Прибыли. Становимся потихонечку полукругом. Сейчас покажу наконец-то всех, кто ехал. Вот машинки еще подтягиваются. Все, выстраиваемся все одинаково. Как бы, вот ребята, это те, которые наши измаильские джиперы. Саня, что-то я Саши не вижу. Фиолетовой Нивы. Где-то он там. Вон наше ведро летит. Эй!
ведро уже ныряет. Не сдержался парень. Жень, я вообще хотел тебя запустить, чтобы ты прошел его полностью, померил глубину. Потому что я проходил не все. Давай я встанемся, я расскажу, что как. Вот, и уже потом отсюда будем отталкиваться. Чтобы ребята видели тоже глубину, скажем так, если кому-то что-то захочется уже исполнить, ну, чтобы мы это делали побезопаснее. Я тебе хочу сказать, ты просто не в теме. Эти парни сначала ныряют, а потом, когда мотор начинает делать бы-бы-бы, они говорят, о, надо шноркель подключить. А-а-а. Просто мы уже имеем опыт, поэтому я хочу вот просто сейчас всех уже собрать. Да ладно. Это же ведро. Так, первая машина меряет фарватер. Наше легендарное ведро поехало мерить фарватер. Натяжечку поехала. Вот. Сейчас мы ему группу поддержки окажем. Так, у нас переживает наша блокировка. Чё как? В общем. Фарватер вроде померила. Панда пошла тоже фарватер мерить. Как я и говорил, даже на стоковой резине машина проезжает очень даже бодренько. Как бы вот наш поджерик второй приехал. Вот, в общем. У нас, я так понимаю, есть еще желающий. Вроде Субару пошел. Субарик молодец. Параллельно шнива идет. Тут наш
второй Паджеро. Исполняет на куперах, который очень эффектно это все выглядит. Еще один Subaru пошел по краешку. Subaru в духе Subaru. Тапку в пол. Наш Pajero второй наминает. Там шнива наминает. Поехали догонять. Субарик пошел. Вот, очень интересно. Вот она, сила Subaru. Кто не верит в эти тачки, а зря. Тачка может. Когда за рулем правильный водитель, тачка очень даже может. Молодец. Красавчик. Просто красавчик. Так Субарик красавчик, лянь. Он вообще молодец. Я за ним специально езжу, он раньше делает. Он просто сегодня молодец. Вот у нас нарисовался первый герой дня. Я за ним сегодня просто... Так, это оператор из моих джиперов, заработай. Вот второй Субарик, молодец тоже у нас. Вот. Красавчики. Как я и говорил, субаристы молодцы. Картинка сбилась. Давай, фокусируйся. Фокусируйся на Субарике. А вот наш оператор за работой. Вон там измайловские джиперы на трупере. А вот наш ролист идет. Знаменитая тачка уже и во всей Украине. Самая долбанутая Нива, которую я только встречал. Трупер. Я тебе хочу сказать, что мы специально лужу выбрали. Ты ж видишь, Субару на стоковой резине я едет. Нырнуть не мог, хотя там стоит двойная защита. А там не глубоко. Не в том дело. Ты видишь, она прошла вообще без напряга. У меня только здесь подзарылась, вот уже перед этим. Хотя АТ-шка качанная в 2,5 атмосфера. Нет, у меня 2,2, 2,3. Я не травлю. Я тоже не травился, я же говорю, вообще. Тут проблема со шнурки. Я единственное протупил, я сразу ей понижайку включил. Ей оборотов не хватило. Не надо. Вот я вышел на... Я уже, когда она... О! Адмирал Кузнецов идет на... по броду. О, 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 о. Что покупаем?
Так, вот так люди меняют машины. Чей шаг? Чей туфля? Моё, спасибо. Олежка! Давай, 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 давай! Послушай, не заглохло? Юрец, ты пропустил. У нас даже Субару сегодня плавают. Поехали. Лужа уже обкатана, там ям нет. Скажи мне честно, что эти колеса стоили этих денег? Что не стоит? Они стоят хуйню. Наконец-то ты испачкал машину. А ну закрой дверь, я хоть сфотографирую, я ее такой никогда грязной не видел. А это что? Не, на сходу, я просто потихоньку. Я не, блядь, я думал, что у меня такое просто глубокое такое. Угу. Я ж не сходу, я так потихоньку. Серый будет ломить? Они там замыливаются, что ли? Да. А. Так он их не стравил практически. Их же единицу надо сдуть, тогда они работать начнут. Вот так? Через колею? Давай, Сережа! Как мы умеем? Бля, как ты не можешь? Серый, новая аватарка. Давай назад. Ровно только колеса, в ту сторону. Опять башкой ударился? Выверни колеса вправо. А, ты лоб разбил. Да, он лоб разбил. Дай ему каску. Да. Аптечка есть. Он лоб разбил. Тут разбил? Лоб разбил. Вот поэтому в Харькове он в каске у меня. Дай тряпочку. Где салфетка? Чья-то аптечка. Аптечка, по-моему, у него. Да? Может, тебе сразу шлем дать? Нет, наверное, я уже не поеду сам. В смысле сам? Ну, она не поедет, машина. А, тебя вытащит. Заякоримся или тросом? Назад ровно колеса. Не можешь, да? Еще правее, если можешь. А он тяжело. Давай тогда дергать. Пока, Тёма. Ты был хорошим пацаном. Все. Вот так избавляются джиперы от детей. Черт, он вылез. Я вот здесь все, хорош. На. Юра, это героический поступок. Родина тебя не забудет. А панда всегда должна в говно влезть. Ты молодец? Да. А ну поплевкай. Подъем защит, не надо. Давай, не надо. Давай, блядь, не выебывайся. Так я не выебываюсь, я иду. Поехали. Чуть-чуть рывочка. Thank you.
Серые колеса вправо. Вправо колеса. Заклинил? Еще. Еще. Рывок, серый, давай газа. Давай, 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 давай. Еще рывочек. Вау! А давай я его лебедкой достану, это проще и быстрее. Саня, следующий! Саня поехал, да? Ну, они же должны всегда яйцами помериться в одной и той же яме. Ну, где следующего вытаскивать уже? Я почти выскочил. Просто головой ударился. Сержик, отъезжай, следующего надо доставать. Серый, пойдем, серый. А у кого? А, у ведра. Жека, дай динамику. И мою зацепим. Моей зацепим. Я его лебедкой могу достать. Лебедка просто проще доставать. Я не знаю. Юрец, достань пока, дерни генератор. Саня, вот самое классное, знаешь, когда? Вот 30 человек на соревнованиях, как это выглядит. Вот ты вот так засаживаешься, и тут 30 человек. Не так, блядь, надо было ехать. Что ты туда попёрся? Левее! И колеса прямо. Не ругайся, тебя мама по телевизору смотреть будет. Лебедите Тёму. Чёрт, опять от джиперского ребенка не избавились. Давай! Еще! Я не полезу, мне доктор запрещает. Я, короче, пришла к выводу, что у уралиста жопа тяжелая, потому что его... Нет, у него лоб набитый. Его дольше всех вытаскивали. Не, ну не издевайся, тут только что кроссовер проезжал. Он. Да, вот Субару вот как Паджеро, ездит на трех колесах постоянно. Лучше через телеграм. Ну я заезжаю на своей туда без проблем. Там единственное за счет свесов может не пройти. Там чисто диагоналки. Thank you.
Вот прям вот так потихонечку, только не сильно ровно, больше наискось бери. Сейчас вот ровно руль и поехал. В ту сторону. Вот так и потихоньку заезжай. Еще правее. Сейчас я гляну. Оп. Левее руль. Давай. Во. Это ж пластмасса, она играет, но все нормально. Сейчас вот вокруг столба разворачивайся. И вот так вот. Смотри, потихоньку придерживай. Чуть вправо руль. Еще. О, вот это ты зря сделал. Никогда не сбрасывай газ. Он просто отстегнулся у тебя. Короче, теперь его надо защелкнуть. С этим ничего страшного, он просто с клипс слетел. Ну, сейчас я выключу. Смотри. Дениса, лишний мы груз. Тебе передаем привет. Очень большой. Из боевого танка. А на моем месте мог быть ты, Дениса. Сейчас мы его... Подожди, тогда я пойду. Надо снимать же видео. Сейчас. Так. Он все-таки надумает туда. Ты все-таки туда хочешь? Погоди, ведро едет. Красиво! Следующий, сказал заведующий. Куда? Он меня не понял. Ладно, бог с ним. Стиль езды, газ в палат. Что? Ну, ты в зависимости, как ты хочешь. Если всего один раз, то да. А если так, чтобы выехать, то ходи как все по камушкам. Ну, я не думаю. Зачем мне думать? Для этого есть ты. Ты за рулем. Я остаюсь с камерой. Я, если что, могу сказать красавчик. Давай.
хороший трындей. Ты что приехал? Фанься. Понижай. Да, он даже женщина говорит, чтобы ты не переживал. Давай газу и пошел. Мне кажется, ли он дольше переживал, чем ехал. Сразу видно, кто приехал в баню. Жека со словами «я хочу испачкать машину». Короче, он сейчас уже плюхается везде. У нас так, не катаешься, жаришь мясо. Да. И сейчас этот рань. Ура, он ее засадил хоть где-то. Две блокировки. Вот и все. Левее уходи. Жека, а что-то она знает, чего не знаем мы. Она туда не хочет. Ровно руль. Качай! Давай сюда ближе. Нормально, вырезай под меня и пошел. Нихуя не уже. Так. Сейчас он. Ну вот. В принципе, я думаю, проедешь. О, стоковая шнива. Молодец. Так. Короче, он на этом не окончил, да? О, 3 цилиндра. Принудительная понижайка, 3 цилиндра. Провода намокли. Сейчас Субарик поедет. Мне кажется, или на Субарике это как-то лайтово выглядело. Вот его загоним. А он туда, куда мы выезжали. Не, он выйдет, там же нормально. Ну что, давайте уже во все тяжкие, господи. Thank you.
Короче, я хочу сказать, Subaru рулит. Вообще, я говорю, даже шнива немножко сопротивлялась, рыла, а это такой, в натяжечку. Давай его в воду загоняем. Вот так ровненько между камышами. Ну да, придется, а что делать? Человек прорекламировал. Собирай на Subaru. А? Юра, мы не коммерческая организация. Вообще красавчик. Короче, ребят, я не знаю, кто что, но я сегодня в ахуе от этой тачки. Простите, мой русский. Блин, ну молодец. Надеюсь, жена не ругается. Нет. Я же ходил и затянул вот эту штуку, понял? Там резинки эти есть. У меня вода в ноги не попадает. Все, 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 хватит. А то он сейчас пойдет на подвиги. Я знаю таких людей, сам таким когда-то был. Не, ну это было круто. А? Причем я хочу сказать, вот они газа давали на Нивах, оно выглядело как-то пострашнее. Субарик проехал, как будто вот... Как заготовленный трек для него. Стой, 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 не уходи из кадра. Ну вот, круто. Все, пошли чайчика бахнем. Все, снято. Кто еще хочет сфотографироваться с Subaru, по 5 рублей хозяину. Напиши книгу, купи себе Subaru и не парься. Назад пробовать надо. Он на днище ёх пухнулся. Не, он на днище ухнулся. Не, не, она на днище сидит. Фаркоп есть? Жека! Петлю? Хорошо. Давай тогда еще чуть вперед. Так на той луже уже все были. Куда он? С другой стороны надо столб объехать. Ох.
мост с этой стороны. А что будет? В смысле? Не, нормально, стой. Он до тебя, по идее, не доедет. Я же знаю. Я не то чтобы каркал, я просто знаю, как он ездит, поэтому... Тёма, ты должен был открыть дверь, как обычно, когда папа буксует. Что-то, говорит, снесло. Тут кизяк. Вот это кизячина. Не, давайте цепляйте, он на редукторах сидит. Что ты делаешь? Ну давай еще на заставочку. Ну все, он уже хорошо дорылся. Давайте его доставать. Что ты думаешь? Я, кажется, совсем застрял, да? Все, 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 вынимайте. Хорош, хорош. Серый, серый, хватит. Все, сиди уже. Смотри, что ты неугомонный какой. Все, подожди, сейчас доставать будем. Ехай, хватит. Только куда-то его туда дергай, чтобы он не перевернулся. Угол сильно большой. Вот туда просто равняй ее. Все, поехали, Аля. Ну да. Ну вот и все. Воу! Олег, назад подай. И колеса вправо. Все, стой. Жека, у тебя ж гидрач есть, что ты не мог вырулить? Знаю, говорит, так ты поехал в синий угол. Все такое? Что? Ну что, ты сможешь там? Я тут боком проходил, видишь? Я далеко не уношу, да? Там начинается подстрекательство в стиле... А ты сможешь так? А я только что... Она уже троит! Она уже на трех цилиндрах. Thank you.
Ну молодец, чё? Вот он красавчик. Даже просушил, блядь, провод, пока это буксовал. Это Софьян и Яма челлендж. Я говорю, даже просушил провод, пока буксовал. То что засел, так аж не бросим машину здесь. Жека, наверное, оторвал руль. Давай пизды назад! Давай, давай! В другую сторону! Давай, давай, давай! Не, пошла вроде, глянь, зашевелилась. Вроде шевелится. Да я отойду, не переживай. Не, все. Да не, у него резина аж не с такими грунтозацепами, как у вас. Сравнили это. Смотри, Женя, она когда чуть вперед дает, потом назад старается. Потом опять чуть вперед и опять назад. Она ты еще скажи, пусть Тёма выйдет этот, протектор почистит. Да не, она не шевелится. Все, все, не дрочи. У него блестки сцепления. Вы просто забываете, что у него резина немножко не такая. Не для этого. Ну поехал уже, давай. Я не удивлюсь, если он опять сломал руль. Широкий, давай как-то уже что-то делать. Да дерни ты его! Вот отлично, достали, все. Все, 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 стой, главное. Я фото буду снимать. Хорошо. Ровно колеса. Что-то она как-то... Она шевелится. Шевелится, шевелится. Раскатывай, раскатывай. Фу, блядь. Да. Ровно колеса поставь, не крути колесами. Вот так вот. И раскачивай вперед чуть-чуть, потом назад. Да ни во что ты не упираешься, там болото. О, давай назад. О, хорошо, давай еще так.
Теперь назад. Давай, 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 давай. О, теперь назад и пошел. Теперь давай вперед. Пойдет, пойдет. Первый раз за 10 минут. Не, ну теперь респект и уважуха. Наконец-то он по-нормальному засадил тачку. Все, разматывай лебедку. Качай давай. Не, ну он двигается. Все, когда косует, чистится на резинке. Переднего блока не хватает. Колесами вот так вот, когда вперед едешь. Давай, 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 давай. Теперь только лебедь. Зацепиться не может. Не надо кидаться в меня грязью. Вот ты сейчас тоже грязь. Я застрял назад, назад, назад и пошла. Кто-то тяжелый нужен, да? Лебедка или выдергиваем? Пробуй вперед на коксе выезжай! Это настоящий джип сейчас. Эй, каждый свой, выезжай сразу на Мрево, черный регистрируйся. Старайся вперед выехать на коксу, там сзади ты в ступеньку сейчас упираешься. Вот вперед, когда пошел, газу больше. Давай, 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 газу, газу, газу. Давай, 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 газу, газу, газу. Зачем ты сбрасываешь газу больше? Давай, 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 давай! Зря обороты бросать. А он, ты понял, он не сбрасывает, коробка переключает на следующую, его в тупо. А нахуя, скажи, что-то давай! Ну, сука, мощь есть мощь, а? Блядь, 4 литра есть 4 литра. Бля, он сейчас и туда может уже выскочить. Давай, выскакивай из жопы, там, где я был, на Ниве. Давай уже куда-то выскакивай. Поехали! Давай назад до упора! Ёперный театр! Ну это весело, весело! Если он туда пробьется... Что с температурой? Ты не кипишь, нормально все. Так,
Или на драйв ты ставишь? Ты на эльке или на драйве ездишь? Вперед! Что, на драйве? Попробуй на эльку включи. Откатись максимум назад, потом на эльку и попробуй выехать. О, все, стой. Давайте машину сюда будем лебедкой доставать. Все, подожди. Все, говорит, вот. Лебедить или выдергивать? Давай вперед. Он вперед легче идет. Давай лебедкой. А кто якорь станет? Серый он станет якорь. А ну я стою. Сейчас парков за парков. Подожди. Зай, на. Снимай, у меня рука замерзла, я пошел лебедку цеплять. Бери, тебя травили. Что? Закреплен. Да. Панда тащит Ниву. Ты разошивку береги тут. Артём! Тёма, тебя что туда понесло, скажи? Я? Помогает. Что ты не упади? Его крючок, я тебе не мой. А тут крючок, его травинка. Значит, за ту сторону. За ту сторону. За петлю. Зацепил? Серый, а теперь подожди, дайте вылезть. Так тебя сейчас вытащат. Руки, смотри.
парень вообще красавчик. Там поджерик тоже. Он, по-моему, больше пачкается, чем моется. Что? Он больше пачкается, чем моется. Кто-то едет, подожди, сам. Зачем? Чтоб фотки красивше были. А где твой серый? Кто? Кондиционер. А мне его серый, по-моему, еще не отдавал после гонок. Или отдавал? Вода он в проруби. Вот так. Так я же говорю, люди, которые приезжают тут на обычной резине, просто даже на кроссовере. Вот он приехал, он получил кучу удовольствия. Покатался. Где он еще так покатается по воде? С подстраховкой. Здесь люди как бы уже с лебедками, в случае чего с тросами. Так, нет, не ругайся. Серый именно валит-валит. Ну, тебе и стоковая Нива, считай, практически. Там единственная то блокировка стоит, ну, колхозным методом лифтованная. Первый есть. И что это? Ты вообще без мотора ездишь? Давайте, спускайтесь потихоньку. Ну, либо вот так наискось, либо вот так наискось, вдоль склона именно. Потому что эти-то им пофигу. В принципе, я думаю, если ты вот сейчас вот так вот на меня поедешь, либо как вариант вообще объехать. Да, через село.
Ну вот так, чуть не совсем полого, а вот просто вот под вот таким углом. Там круче будет. Ровно на меня, ровно на меня. Что и требовалось доказать. Вот именно, вот я же тебе говорю, вот, если ты не бросаешь машину, чтобы она не клевала, она четко с одной геометрией у тебя проходит. А выезжать будем на ту сторону. Олег, прыгай! О! Шевик уже провалился. Движок залыл. Что такое? Вкратце, чтобы описать этот трындец. Одна Нива еще на ходу. Поджерик еще на ходу, шнива тут. Вытащили Субарика. Ну, вот там все сидят. А, и вот там где-то ремонтируется черокес, потому что у него где-то попала вода. Он от помощи отказался. Стоит сушится. Вот. Короче, суть в чем заключается. Сейчас одна засевшая Нива будет тянуться за другую засевшую Ниву. Вытащить поджерик. Да, потом они как-то будут пытаться вытащить поджерик. Есть, конечно, вариант засадить еще один поджерик и пытаться поджерик за поджерик. Вот это выглядит вот так. Ага. Одна засевшая Нива едет к другой засевшей Ниве. И у нас в результате будет две засевших Нивы, правильно же я считать умею? Как вы думаете, это сильно глубоко? Я наберу полные сапоги или нет? В общем, после перекуса как-то все с ума посходили. Все решили застрять. Серега, не отключайся. Серега, не отключайся. Серый, что там? Ой, здесь я точно засяду. Нет. Теперь мокрый. Кто тебя за язык тянул? А! У него все есть. Так если ремень генератора, лебедитесь, пока не села. Какой дернет, когда с места не трогаешься? Вот там же тебя не печает. Лебедись мне за раму, блядь, я тут к нему, да, вот к нему ты больше вариантов.
Я их вот это колесо уперлось, что в стену. Лопату он у меня брал, зачем? Лопату. Так у него лопата моя. А так он приведет, подожди. Так сходите за лопатой. Я тебе хочу сказать, ему в сапогах здесь будет по гланды. Так ты сразу ему ключ на 19 нес. А нельзя отключить стопор, чтобы он ее разматывал? Ну так, чтобы аккумулятор не убивать. Дайте секунду заднюю. Я в принципе достался, осталось уверенно. Серый, сними лебедку. Но он будет пытаться к Серому тащиться. Своей лебедкой как. Ох, блядь, тут и болото, ёпта. У меня сапоги там остаются. Да? Посмотреть, как тебя вытащить. Я уже понял. Нацепили, сейчас подожди, колесо подкопаем. Сегодня подстегнул. Да, правда? Ага. Полная нога, блядь, воды. Ну, я еще в ноги воды не набрал. А я уже. Ну, что... А хайджека никто не брал? Хайджек никто не брал? Блять, я еще думал взять хайджек. А пускай пробует. Так нет, тут твердый грунт, наоборот, зачем его снимать? Женя, я очень... Пошли по островкам! Тяни, 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 тяни до упора. Колеса сюда. Стой, стой, стой. Фу, блядь. Хорош, блядь, колесо сломаешь правое. Так тебе ж кричат, стой. Не, все, я его не тяну. Серый, попробуй двинуться. Попробуй ты. Не, колеса выверни сюда. Да ничего не будет с твоими ногами, успокойся. Колеса вправо. Колеса вправо. Вправо колеса не можешь повернуть? О, ну так уже будет хорошо. Смотри. Разомкни барабан. Езди. Серый. Пробуй вот именно в режиме трактора в натяг, вот тр-тр-тр-тр назад. Почти на оборотах. Я слабину дал, она будет разматываться автоматически. А, ты сидишь на чем-то, да? Все, я понял, не парься. Не парься, не парься. Так, давай, теперь пробуй опять, вперед и лебедку. Знакомые трактористы есть, Софьяна? Закрой лебедку только. Все, и лебеди его. Саша, колеса справа, сюда. Справа. Вот, и в натяг, Саня, не коксуй. От кокса вообще никакого толка нет. Вот так, давай. Вот, и чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть помогай. Какой хороший клюс у вас. Да, вирай. Не, вирай, вирай, вирай. Да, пизда, блядь. Да ничего страшного, вирай. Уже толку от того, что мы знаем все, что пизда нет. Не коксуй, Санча, попробуй наоборот натяг. Ну, блок этот. А что, она поедет назад? Это надо Серого попросить, чтобы он тебя лебедкой попробовал качнуть.
Так, пробуем. Давай вперед потихоньку. Потихоньку вперед. Санька, не назад, а вперед. В натяг, только не буксуй. В болоте кокс не работает. Туда колеса. Вправо, если можешь, вправо. Вправо, вправо, вправо. Давай, давай, вирай, вирай, вирай. Она идет потихоньку. Не коксуй, она зарывается сразу. Чуть сбрось газ. Газ чуть сбрось. Чуть-чуть сбрось газ. Все, хорош, хорош. А что хорош? На правого газа она уже не тянет. А ты попробуй просто, попробуй. А, блядь, зачем вы знаете? Слабину, правильно. Я на путь. Набивай. Вот сейчас смотри, вообще ничего не делай. Пускай чисто лебедкой подтянет, потому что ты под собой роешь колею от того, стой, что стой, ты. Стой, стой, давай, подожди, подожди, давай, сейчас. Работает лебедка. У меня сейчас машина взорвется. Кипит? Да. Помни, газу, я сейчас лебедку работаю. Что с зарядкой? Сколько там? А? Не, ну что в аккумуляторе осталось? Давай, давай. А, не показывает. Потихоньку, потихоньку, так. Дай чуть-чуть вперед. Вот теперь чуть, пробуй чуть. Давай. Не газуй. Не газуй, не газуй. Тут... Давай подкопаю колесо. Тут газ не пойдет, потому что протектор замыленный. Хотя он все колесо как монолит. Бля, ну дело в том, что все, его надо уже как-то по-другому доставать. Единственное, что могу предложить, я могу сейчас, Саня, я могу сейчас вот так панду поставить. Да, да, давай чуть-чуть вперед, чуть-чуть еще. Давай. Чуть-чуть, Гарри, чуть-чуть. Он сейчас сядет вот сюда. Все, 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 все. Давайте перелебедим ее. А ты на бугор на вот этот сядешь. С другой стороны тянуть надо. Ребят, давайте я поставлю вот так вот панду. Вот туда вот. А я не туда не заеду. Давай, давай сюда. Не, смотри. Саня. Так, выезжаем. После всех сидений, после буксований, мы выезжаем. Как бы основная масса машин уже выбралась. Вот, сейчас выводим Субарик. Ребята, он Ниву моют в реке. Хочет поэкстремалить. Ой. Ну тут он выедет. Все. Уже сегодня такой тоже опыт получил. Уже научили выезжать. Я думаю, что он тут выйдет без проблем. Все, молодец. Красавчик. Ну все. Итоги подведем. Покатушки, в общем, окончены. Все, кто приехал, молодцы, получили кучу удовольствия. Особенно сегодня порадовал парень на Subaru Forester на белом стоковом. Вообще красавчик, он просто человек первый раз. Обычная резина, обычный форик, без всяких там оффроуд наворотов. Блин, ну реально, он сегодня катался, в принципе, на уровне со всеми. Вот. У нас, конечно, под конец уже с видео пошли проблемы, потому что у нас 4 машины застряли, мы там лебедками работали, как бы снимать было некому просто-напросто. Вот. То, что получилось, то получилось. Как бы набежало там местных жителей Софьян, как бы, опять же, жителям Софьян респект и уважуха всем, кто пришел посмотреть. Как бы, я думаю, они остались тоже довольны.
Вот, если кому-то там что-то навредили, еще что-то, вы там у нас извините, потому что мы вроде как бы катались, ну, в ничейных местах, никаких там фермерских хозяйств не топтали, старались аккуратно. Ну, в общем, если кому-то доставили какой-то дискомфорт или неудобство, что там? Никого. Вы нас извините. В общем, мы не специально. Ну, а так, в принципе, все прошло очень хорошо, все остались довольны. Вот, опять же, респектули пацанам, вот с измаильских джиперов приезжали там, те, которые с нами, те, кто раньше уехал, те, кто до конца были. Опять же, ребята были там вот на Toyota Prado, приезжали просто посмотреть, еще тоже молодцы. Черный форик, который был, тоже ребята сначала приехали вроде просто посмотреть, а в результате даже кое-где покатались. Вот, все большие молодцы, всем респектули. Огромное спасибо, что приехали. Вот. Видео попытаемся по-быстрому смонтировать, конечно. Ну, хотя бы слепить. Выбрать все моменты интересные, позакидывать, позаливать. По фоткам есть предложение. Как бы мы зальем на Facebook, выложим альбом. Плюс есть вариант, что мы этот самый создадим просто коллаж какой-то, либо сделаем слайд-шоу и зальем уже тоже на YouTube слайд-шоу. Потому что фотографий реально очень много сегодня. Всем удачи, добра, ну и, как всегда, там будет желание приезжать. В общем, где мы находимся, я уже всем рассказывал неоднократно. Вот, следите за нашими продвижухой на YouTube, там, чё кого. Вот, ну и всем удачи, всем добра. Пока-пока.